Штирлиц, а вас я попрошу остаться. Ваша форма их сбивает. Какая форма? Ваша генеральская форма. Что, мне голым, что ли, сидеть здесь? Но ровно через 20 минут он проснется. Это тоже одна из привычек, выработанная годами. Штирлиц идет по коридору. По какому коридору? По нашему коридору. А куда он идет? Штирлиц шел к Мюллеру. Хай, Гитлер! Да ладно вам. У меня и так в ушах звенит. У меня есть коньяк. Спасибо. У меня тоже есть коньяк. Вероятно, у вас нет салями. У меня есть салями. Значит, мы с вами хлебаем из одной тарелки. Верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе. Мне можно. Хе-хе-хе.